Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Эй, девчонка, папиросы, зато вечернюю порой ей светлой тоненькой курносой. Так не подходит эта роль, сейчас накатит им машины величиною теплоход. Знакомый мальчик из машины рукой солидной ей махнет, а то следом юный хлюпик, балбес никчемший слюнтяй, на деньги папы ужин купит, официанту даст на чай и понесет ее к травкой. Цветя пошлет им лужком, чтобы похвастаться обновкой, и равнодушно, и легко. А дома ждут, вздохнет украдкой, перетирая блюдца мать, отец газетой. Для порядка пошелестить и снова ждать, и губы горестно поджаты, дышали жили для нее, швыряли чуть не пол зарплаты на тухли модный ее. Сидите, ждете, отдышаться, пошла домой кричать, вам шлепнуть. Заживет до свадьбы по размалеванным губам. Ох, ей бы книжки, ей бы кофе, свои некрашенных мод. Стоит девчонка с папиросой, а жизнь проходит стороной. Стоит девчонка с папиросой, а жизнь проходит стороной.